Мастера красоты. Как избежать порезов? Для этого вам нужно всегда видеть обзор, то есть вы должны видеть, что вы делаете, куда у вас фреза ложится. Вот в какой-то момент вы потеряли ее из виду, все. Ну вот простой пример, вы едете за рулем, вот представьте, вам закрыли, завязали глаза. Все, вот на этот момент вы абсолютно потеряли управление. Ну если повезет, да, что никого там не было нигде навстречу, вы ехали по прямой, может и обойдется, а может и нет. Точно так же и здесь, то есть вы должны каждый свой шаг видеть, куда идет фреза, почему она так идет, под каким она наклоном. Еще одна причина порезов – это острый край фрезы. Фреза пламя, некоторые фиссурные фрезы. Такие фрезы есть, как их называют, там, чечевица, почка, они тоже часто имеют острый кончик. Если вы новичок, будьте очень осторожны с такими фрезами. В крайнем случае вы можете просто взять пилку и смягчить вот этот угол перед началом, чтобы он стал более мягким. Соответственно, у вас будет меньше вероятности порезать. Это все равно возможно, порезать можно абсолютно любой фрезой, но когда нет очень острого края, это будет проще не порезать. Соответственно, также нажим-наклон влияет на наши возможные порезы. И, конечно, вам нужно понимать, что делает каждый этап. Если вы поднимаете кутикулу, то вы должны четко ее всю поднять ровной юбочкой. Если вы ее раскрываете, также должно быть все равномерно, не кусками. Если вы ее срезаете, то тоже вы должны понимать, как это происходит, что фреза заходит снизу, что вы ее подняли и потом постепенно срезали. То есть понимание каждого этапа. Это очень важно, и надеюсь, вот вы меня сейчас понимаете. То есть одно дело, когда я вам сказала, вот первый шаг такой, второй такой, третий такой, делай. Другое, это когда вы сделали это тоже, осознали и прям вот поняли, что как было, как надо делать, какой результат надо получить. Как только вам пришло вот окончательное этого понимания, у вас действительно будет получаться. Практика и теория, они очень взаимосвязаны, но теорию надо не просто вызубрить, что вот, ага, вот это кутикула, вот это то, а действительно понять. Я думаю, да, вы меня понимаете, аналогия с учебой в школе. Одно дело там, да, что-то зазубрил, одно дело ты понял какую-то формулу или правило и начинаешь его применять в своей работе. Мастера красоты. Профессиональное обучение мастеров ногтевого сервиса с 2011 года. Присоединяйтесь.